конце декабря 1943 года вы были направлены на оккупированную территорию в район Витебска для встречи с курьером и получения от него данных. В рапорте указано, что на выполнение этой операции у вас ушло 5 дней. Какую информацию вы получили от курьера? Почему вы так долго находились на территории врага и кто отдал приказ об операции? Зимой 43-го года я был переброшен в штаб 1-го Белорусского фронта срочным приказом. Вызов был срочным. Настолько срочным, что за мной даже машину прислали. Меня встретил... Генерал Клименко, начальник разведуправления 1-го Белорусского фронта. Присаживайтесь. Вы, товарищ капитан, пойдете в Витебск. Там наши люди добыли схемы оборонительных полос противника. Принесете их сюда. Какое отношение к этому имеет контрразведка? Эти сведения очень важны для нас. Нам нельзя провалить эту операцию. Встречи проводятся в тылу врага, поэтому нам необходим опытный разведчик для ее выполнения. Я попросил контрразведку помочь в этом деле. Понимаю. До Витебска километров 20. По глубине это тактическая зона, поэтому всюду здесь войска. Первые и вторые эшелоны пехоты, артиллерия, штабы, склады и прочее. Выбрасываться в этой зоне на парашюте слишком рискованно. Да если бы высадка и удалась возвращаться, все равно нужно по земле. Самолет забрать не сможет. Когда приступать к выполнению задания? Выходите сегодня же. Возвращайтесь как можно скорее. Осталось сфотографировать вас в немецкой форме, чтобы подготовить для вас удостоверение. Пойдете один, без группы. Избегайте лишних встреч. Визит ist bei Ihnen mit der deutschen Sprache aus. Sprechen kann ich. Желаю удачи, товарищ капитан. Спасибо.
количество пленных увеличилось на 45 тысяч. А всего за время боев с 10 января по 2 февраля наши войска взяли в плен 91 тысячу немецких солдат и офицеров.
два дня количество пленных